программа «Дачная жизнь» начиналась в июне, поскольку мне казалось, что огородники до наступления лета редко приезжают к себе на участок. В этом году мы проект запустили в марте, и для себя я сделала огромное открытие. Оказывается, многие северяне, причем не обязательно пенсионеры, круглый год живут на даче. Переезд из городской квартиры в частный загородный дом – серьезный и ответственный шаг. Не каждый сможет отказаться от комфорта, да и социальные учреждения под рукой. Но если вы все же задумываетесь о том, чтобы поселиться в домике в деревне, советы бывалых вам точно пригодятся. Неподалеку от Апатитов есть такое место, в народе именуется «Золотые пески». Живущих здесь людей назвать дачниками язык не поворачивается. И отнюдь не от того, что у них построены большие дома. Менталитет здесь другой какой-то. И пословица «моя хата с краю ничего не знаю» здесь точно не работает. Но обо всем по порядку. Эту женщину зовут Галина. Больше 15 лет она ездила на Золотые пески в гости к друзьям, а потом и сама решила купить участок. Мне нравится из окна смотреть на горы, на озеро, на лес. И вот я встала и поняла, что это мой участок. Маленький, но мой. Как будет выглядеть дом, хозяйка думала целый год. Листала журналы. По жизни она творческий человек, занимается пошивом одежды. Поэтому сама нарисовала будущую постройку и пригласила строителей. Что самое сложное в строительстве дома? Наверное, надо знать больше, чем знают строители. Надо сначала все самое осознать. Вот в стройке. Начинаешь делать – это каркасное строительство. Угу. Я про него прочитала. Как это делать по канадской технологии. Он вообще очень интересно строился. Вот когда выставили сам каркас, скелет этого дома, ну, очень красиво получилось. Заботилась Галина не только о красоте, но и о практичности. На ее участке водоносный слой оказался очень близко к дому. Это облегчило вопрос водоснабжения. А вот над канализацией пришлось потрудиться. Септик, который я поставила, он очищает практически на 98% воду. Но в связи с тем, что здесь очень близко грунтовый и водоносный слой идет, нельзя было закапывать в землю. Надо было оставить на поверхности. Поэтому я проконсультировалась в московской фирме и сделала пристройку вот такую. Поставила два куба на 1000 литров. По трубам заходит вода, идет в один отстойник, затем перебрасывается во второй куб, где стоит уже кислородный компрессор, который насыщает кислородом, очищает и выбрасывается уже в дренажную канаву. Прочищать такую систему нужно всего раз в 5 лет, что очень удобно. И при этом коммунальные затраты, в общем-то, незначительные. У меня получается, значит, отопление вот печное, печка, и экономные очень батареи. Поэтому вот летом у меня 500 рублей в месяц электричество. Вода бесплатная. Ну вот зимой, когда гостей много, допустим, в этом году я 6 заплатила, а так в среднем 2000. Однако пробурить скважину на своем участке решается не каждый, но без воды никак, поэтому люди объединились и сделали общий источник. Как говорится, скинулись всем миром, купили необходимое оборудование и построили вот такой домик. В этом деле очень помог Владимир Переин. Поскольку сделана она на общие деньги, то те, кто скидывался, те и пользуются этой скважиной. Хотя любые могут присоединиться за те же самые взносы. Включается он вот такой вот штучкой, таким чипом. Он включился, сейчас пойдет вода. Хотите попробовать? Давайте попробуем. Вода здесь действительно хорошая. Брали пробы, и, как сказали аналитики, ею лечиться можно. Еще один немаловажный момент жизни за городом – это безопасность. Когда-то у нас в 90-е годы срезали большое количество проводов, разломали наш трансформатор, поэтому мы решили, что дешевле будет, чтобы была охрана. Точно так же все скидываются. А еще на общие деньги здесь построили детскую площадку. Летом мы ее вам обязательно покажем. Люди следят за чистотой, да и вообще живут здесь очень весело и интересно. Здесь очень, очень интересно в Новый год. Обязательно костюмы шьем. Обязательно поздравляем, заходим в каждый дом. По соседству у нас уже третий год итальянцы приезжают.
потому что им безумно нравится зима. Здесь я делаю уборку обязательно, все катаются. Вот, в позапрошлом году, и кроме итальянцев, французы были у меня на крыльце. Марсельезу, можно сказать, пели. Все как-то по-доброму. Слушаешь, и душа радуется. Прям как в старину, когда люди в малых селениях были дружны и сплочены. Новый посевной сезон, и уже сейчас чешутся руки взяться за проращивание семенного картофеля. Но прежде чем это делать, давайте послушаем советы работников полярно-опытной станции. Картофель, как правило, начинают готовить к посадке в апреле месяце, поскольку на яровизацию, на световое проращивание поднимает его в первых-вторых числах мая. Как подготовить картофель? Посадку осуществлять можно любыми фракциями, как мелкими 30-50 граммов клубни, средними 50-80 граммов, так и крупными более 80 граммов. Но сажать их надо по отдельности. То есть, если мы сажаем мелкую фракцию, то мы сажаем только мелкую фракцию. Первое, что мы делаем, это калибруем картофель по фракциям. Если клубни у нас не проросшие, то такие клубни мы можем перед яровизацией, то есть непосредственно световым проращиванием, обработать раствором медного купороса. Для этого нужно взять 10 литров воды и 5 грамм медного купороса. Желательно разводить в теплой воде, поскольку для того, чтобы он растворился полностью. Вливаем медный купорос в воду. И теперь опускаем туда картофель. У нас, во-первых, обеззараживает картофель перед посадкой, способствует профилактике таких заболеваний грибных, как фитофтороз, например, ризоктониоз, альтернариоз. И микроэлементы подпитывают картофель, ну, для повышения иммунитета. Семенной картофель имеет определенную плотность, поэтому качественные здоровые клубни, как правило, в воде тонут, в растворе. А клубни, которые непригодны для посадки, они всплывают. Такие клубни не рекомендуется, которые всплывают, сажать. Они выбраковываются из семенного материала. После того, как мы его искупали, мы его помещаем в ящик. И можно на 1-2 дня, для того, чтобы картофель дал ростки, начал наклевываться, закрыть газетой. Поместить в такое прохладное место. Клубни раскладываем в один слой. Когда клубни дадут ростки, начинают наклевываться через 2 дня. Газету можно снять и поместить в ящики под рассеянный свет, поскольку прямые солнечные лучи губительны для ростков картофеля. За неделю до предполагаемой посадки картофель можно вынести в более прохладное помещение, то есть не квартира, а, допустим, дачный участок, лоджия, для того, чтобы произошло закаливание клубней. То есть постепенно мы понижаем температуру с 20-23 градусов, как у нас в квартирах, до 15-16, то есть для того, чтобы клубни не испытывали стресс в дальнейшем при попадании в почву. Непосредственно перед посадкой такой семенной материал, уже пророщенный и озелененные клубни, можно обработать такими препаратами, как фитоспорин. Прямо на участке обрабатывается, инструкция имеется, вот покупается он в магазинах специализированных для огородников. Можно брать план рис препарат. Но если вы эти препараты используете, то вы уже в дальнейшем при обработке картофеля по ботве, допустим, против фитофтороза и ризоктониоза, не можете использовать препараты, содержащие тяжелые металлы, такие как бордовская жидкость, например. Если же у нас картофель, который мы достаем из хранилища, уже имеет ростки, вот такие незначительные, маленькие, то тогда купать картофель уже нежелательно. В данном случае его можно просто разложить в ящики и попрыскивать раствором медного купороса из пульверизатора, как мы опрыскиваем комнатные цветы. Закрывать газетами уже не нужно и сразу же расставляем на световое проращивание под рассеянный свет. Желаем всем получить из подготовленных клубней хороший урожай картофеля. Вечером
Вечером на даче после насыщенного трудового дня или в плохую погоду очень приятно посидеть возле печки и погреться, помедитировать. Думая о чем-то хорошем, можно сделать вот такой оберег, который потом повесить в своем доме. Сегодня мы попробуем сделать вот такое древо жизни. Поможет нам в этом Елена Сейтенова, педагог дополнительного образования Дома детского творчества. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что нам понадобится? Нам потребуется вот такая заготовка из прута, гобеленовая иголка, ножницы и остаточки ниток. Чтобы приготовить вот такую, значит, заготовочку, нужно срезать свежий прут ивы и обмотать его изолентой. Это не так сложно. Он, засыхая, приобретает вот такую хорошую форму. Затем нам потребуются нити для основы нашего древа. Они должны быть немножечко длиннее, вот такая двойная нить, длиннее нашего круга. И таких нитей нам нужно сделать штук 20. Анна, вы мне поможете? Да, давайте порежем. Наши готовые нити мы крепим на наш обруч. Так, петелечкой накидывать будем и закреплять. Угу. Красиво распределяем нашу крону. И будем плести ствол. Помочь? Да. Вы мне подержите, а я натяну ниточки. Собираем их вот вместе вот так в пучок. И плетем обычную косичку. Да. Привязываем наши корни теперь. Как вы это делаете? Произвольно? Это да, хаотично. Любые вещи, сделанные своими руками и с теплом, они имеют действительно бережный характер. И как будто они нас будут напоминать о наших корнях, да, о нашей связи с природой. Теперь нам осталось заполнить крону листвой. Для этого нам потребуются разноцветные нити и гобеленовая игла с большим ушком, облегчит нашу работу. Мы начинаем от ствола. Я вот здесь закрепила петлей ниточку и пошла в шахматном порядке перебирать наши веточки. Первую ниточку подтянули и возвращаемся обратно через уже другие веточки. Эта нить закончилась. Мы берем новую и так чередуем между собой нити, которые вам нравятся. А что делать с остатками? Их можно, в принципе, узелком закрепить, а можно просто потом обрезать. Они у нас не расплетутся. Потому что следующую нить мы немножечко начнем плести, заходя на предыдущую. Сюда можно отплести травинки. Какие-то душистые травы могут подойти. А нам говорили, что именно из сухой травы плести очень сложно, поскольку она ломается. Да, мы берем еще свежие или размоченные травку. Слушайте, очень увлекательно. И с этой работой справится даже маленький ребенок. Да, абсолютно верно. И бабушки, и внуки все могут сотворить такое чудо. На этом этапе можно обрезать хвостики наши. Уже не распустятся? Нет, они уже никуда не денутся. И стараемся вот не стягивать концы, чтобы у нас все-таки дерево такая широкая крона, красивая получилась. Ветвистая. Да. А представляете, если каждый член семьи вплетет сюда по своей ниточке, насколько красивое и интересное дерево у нас получится. Это память обо всех членах семьи. При этом, если мысли будут какие-то положительные, ведь сюда можно заложить какие-то... Конечно, одежды, обязательно. Мечты, да? Что о чем-то хорошем думать, и будет такое излучение положительной энергии. Да? Да. А можно такое дерево дружбы сплести с друзьями? Вот такое у нас получилось дерево. Я думаю, что это весеннее дерево. Очень хочется весны, да? А у меня, скорее всего, такой осенний вариант. Здесь уже такие насыщенные краски. Хотя, в принципе, можно делать на любое время года. Когда да, и можно все четыре дерева повесить у себя на даче. Либо подарить друзьям. Совершенно верно. Вот такой замечательный подарок и красивое украшение мы сегодня сделали. Всего доброго!